Hello, comrades! Здравствуйте, товарищи! С вами LG. Это отчет от четвертой пятилетки с 1975 по 1980 год. И сегодня я вам буду рассказывать о том, что же у нас изменилось за эту пятилетку в нашем замечательном городе Альметьевск 18, он же почтовый ящик 9445 в прошлом. Изменений, как вы видите, много. Город вырос, FPS упал. Все стабильно. И правильно идет таким же макаром, как это и должно быть. Собственно говоря, начнем с самого основного. Начнем с того, что достроили НПЗ. Да, НПЗ достроили, он вступил в работу, были настроены маршруты. Все, маршруты, все было в порядке, начало ездить. То есть вот в 76-м году, как раз следующий год, уже вот эти вот все части были достроены. То есть эти были еще построены в 74-м, это уже в 75-м открыли только. Вот. То есть остановку ЦМХ, допустим, открывали уже только в 76-м году. Ну, в общем-то, город достроили. Достроили строительные конторы этот НПЗ, и он начал работу и снабжает сейчас полностью весь город. У меня не экспортируется топливо, не импортируется топливо вообще. Дальше. Этот бассейн у нас какого позднего, да, этапа? Да, позднего. Вот, дальше. Были, во-первых, еще различные эксцессы, связанные с нарушением логистики. Где-то в районе 77-го года, 76-77-го, случилась беда. Я обнаружил, что у меня просто огромное количество нераскрытых преступлений. У меня просто не справлялись полицейские участки. Полностью вообще не справлялись в 77-м году. Вот я это обнаружил. И было принято решение сражаться с этим делом. Вот, и, соответственно, началось усиленное строительство новых полицейских участков. Как вы помните, это были РОВД, то есть районный отдел внутренних дел. То это уже ОМВД, то есть это отдел Министерства внутренних дел. То есть это такая более как бы крупная организация. И как вы видите, здание у него тоже более крупное. И, соответственно, он может обрабатывать больше преступлений. И благодаря вот этому ОМВД, ОМВД Восточного района, да, там еще МВД Левобережного, но это потом позже уже, вот, мне удалось победить, так сказать, вот эту вот гору дел, и, собственно, посадить всех, кого надо посадить, вот. Была построена тюрьма, ну, это вы еще помните в прошлом, да, и, как видите, в прошлом году, если раньше у меня были в республике очень плохо все было, у меня была плохая лояльность, была плохая высокая преступность и так далее, было все сложно, то у меня убегали, регулярно пропадали работники, люди просто уходили из колонии, то есть продолжали совершать преступления, это все было очень плохо, вот, преступников было много, на свободе гуляло, в тюрьме никто не сидел, вот, но после того, как я занялся основательно работой над лояльностью населения, то есть я, во-первых, построил больше отделов государственной безопасности, я построил больше полицейских участков, у меня снизилась преступность, как следствие, и повысилось счастье, а следом за счастьем повысилась лояльность. Я повысил также пропагандистскую работу, то есть у меня все радиостанции, вещания, телевизионные, также все это идет пропаганда по всем этим каналам в большую часть этого. В лояльности. Вот, и как результат, если в прошлый раз у меня была лояльность в среднем по республике, в среднем по городу от 30 до 40, как вы помните, да, то сейчас у меня в среднем лояльность в каких-то, вот в этом городе в среднем, ну, я бы сказал, в районе 70, да, 9-80, да, то есть здесь 80 почти лояльность. Здесь, соответственно, вот в этой части тоже 80, то есть, ну, 60-80, тире вот такой вот разброс. Здесь же лояльность еще выше будет, потому что здесь вообще в целый город разрешено заселяться только с лояльностью 50+. Вот, не меньше. Вот, то есть я продолжаю работу над населением, я продолжаю выстраивать настройки в школах. Вот здесь, кстати, не выставлено еще. Вот, то есть я повышаю требования к гражданам, продолжаю повышать требования. То есть сотрудники работают исключительно так и не иначе, как иначе. Вот, собственно говоря, в университетах также и везде развивают. То есть вот телестанция, которую вы помните, я не назвал в прошлый раз, она, конечно, была названа. Это Альметьевская телестанция номер один.
вещает канал Первый. Вот. Были построены также в 1977 году, также было решено увеличить благосостояние граждан республики путем увеличения личного транспорта в городе, то есть для того, чтобы люди были более обеспечены. Были завезены какие-то экспортные автомобили, импортные автомобили, там достаточно таких, ну, хороших марок, вот, поэтому... здесь сейчас в республике есть различные уникальные автомобили. Есть старые автомобили, есть новые, есть современные, более-менее. Вот, в общем-то, именно так. То есть было развито личный транспорт, и как следствие для личного транспорта строилось больше стоянок, а именно больше гаражей, то есть гаражно-строительных кооперативов. То есть, видите, да, вот можно кликнуть здесь, и, например, вот здесь вот у нас живут люди, у которых имеют... Mitsubishi Lancer A70, например, да, то есть они купили его. Вот здесь, например, стоят, ну, Volvo, да, есть, например, ну, Турины эти, Ветлуга, ну, газы. Вот они, соответственно, тоже есть. В общем-то, ввиду того, что здесь оказалось, что такой является дефицит рабочей силы, высококвалифицированной, да, вот в этом городке изначально не было университета, как вы помните, я его не планировал. То есть его здесь никогда не стояло. Вот. Я, соответственно, здесь построил научно-исследовательский институт геологии имени Землицкого. Вот. И у меня здесь огромные возможности, да. У меня большая лояльность уже выставлена здесь. Я повышаю ее с каждым поколением. С каждой пятилеткой стараюсь повышать лояльность. Вот. Но случились также еще другие проблемы. То есть случился продовольственный кризис, о котором я говорил, мне пришлось перейти на автозакуп урожая, то есть у меня какое-то время идет сейчас автозакуп урожая, потому что просто не хватает этих полей, чтобы прокормить такую республику. И для этого идет вопрос сейчас о постройке уже более современных таких, да, то есть не какие-то поля там, да, вот эти вот, а такие более современные продуктовые комплексы, но об этом позже. Вот, собственно говоря, было настроено серьезно влияние советской пропаганды. В научно-исследовательских институтах были проведены различные исследования. И далее встал вопрос о том, что необходимо продолжать развивать промышленность, строить города и все так далее. Как вы помните, в прошлый раз здесь строился ткацкий комбинат. Он был, по-моему, на грани уже достройки, то есть... Но сейчас он значительно улучшен. То есть сейчас, как видите, здесь появилась модернизация, здесь появился склад сырья. Ну, потому что реально урожай прям очень медленно сюда таскали. Вот, возить не успевали. Поэтому было решено построить склад сырья в 1976 году. Вот, соответственно, здесь был построен также в 1975 году химцех. Химцех у нас производит химикаты, как нетрудно догадаться. Вот, то есть химцех, кстати, к слову, кто не знает, это мое здание. Это вот моя модель, абсолютно. То есть это первая модель в республике, которую я использовал здесь, свою. То есть это целиком моя модель. Скачивайте моды, так называется, химцех. В пакете алюминию НПО-резистор. Вот. Ну и вторая модель вот здесь стоит. Но остальные пока все не мои. Дальше здесь... ну, это понятно. Левобережный район, ребята, начался выстраиваться. Левобережный район. Также... Да, я думаю, вы уже все заметили основное изменение, которое случилось, это исчезли старые названия, да, то есть исчезло название АКДЗ, заводов там, да, перерабатывающего угольного комбината, вот, и так далее, то есть всякие вот эти вот непонятные обозначения, то есть теперь у меня конкретно город весь делится на три части, это Солнечный район, вот это вот вплоть до родничков, включая завод, возможно. Это Солнечный район, который включает в себя старую часть города Альметьевск, 18. Это Восточный район, вот здесь вот он находится. Включает в себя НПЗ, какие-то предприятия там. И, соответственно, Левобережный район, который будет располагаться вот здесь и полностью его занимать. И что там будет дальше, уже пока я еще не придумал, как буду называть, но как принято. Здесь, как вы видите, сейчас идет массированное строительство, просто массированное строительство промзоны.
То есть здесь находятся и научные, сконцентрированные научные силы, и здесь производство тканей, одежды. То есть, кстати говоря, тоже полностью свое уже идет. То есть я химикаты произвожу сам, да, как вы видите, я не импортирую ничего. То есть у меня, ну, древесину только я покупаю, но потому что пока еще не разбил лесную промышленность. Но это как бы копейки стоит, и лес закупать несложно. Но чтобы вы понимали, это не автозакуп, ребята. Их реально возят сюда, просто возят древесину. Вот, то есть я вот это вот все покупаю, химикаты у меня, получается, свои, ну, плюс-минус, да, это, конечно, небольшие масштабы, не экспортные, но для работы моих внутренних предприятий мне пока хватает. Вот, то есть у меня своя ткань, своя одежда получается, у меня полный склад одежды, 420 тонн, то есть одежды я свою республику обеспечиваю сам. Вот, поэтому как бы такие дела. Вот, это все вот это вот, то, что смотрите, Левобережный район, это уже поздние планировки, это 78-й год плюс, то есть это почти все 78-й. Вот это вот, соответственно, как ее там назвать? Ну, такая, назовем это, АТП, да, автобаза АТП, да, у нее есть вот выезд скорой помощи вот здесь, ну, то есть такой как бы промышленная такая... конгломерат, который обслуживает вот этот город. И здесь так находится еще и строительно-монтажное управление. Третье, замечу. Пока оно не введено в работу. Здесь пока работают только техслужбы, полиция и пожарка. Вот. То есть, а все остальное пока не работает. Вот. Здесь были все-таки, расставляю потихонечку кое-где монументы всякие разные, да, которые, чтобы... Они подчеркивали как бы индивидуальность своего республики, чтобы было все как красиво. Вот, дальше. Здесь усердно продолжают достраивать центральную магистраль, ребята. Всем, кто не играл в республику раньше, ну или играл, и у него постоянно он живет, и у него какие-то пробки там случаются, и вот он не знает, ну как это все решить, строить дороги объездные, там это все криво, косо, ужасно. Не нужно это ничего, ребята. Самое главное... Нужно просто построить одну центральную магистраль. Вот в данном случае у меня всего по две полосы в каждую сторону односторонней дороги. Просто центральная магистраль, которая проходит через все три района. И она их все три связывает замечательно. И у меня никаких пробок нет вообще, при том, что у меня дохренище личного транспорта. По-моему, можно даже глянуть где-то статистику, список техники и зданий. Вот, то есть, если взять всю карту... И, допустим, взять личный автомобиль. То есть у меня 7 страниц. Сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 на 7. Умножьте сами. Это только личных автомобилей. Личных. Которые у меня ездят по республике. И у меня никаких проблем нет с... абсолютно с... пробками. То есть у меня вообще не бывает пробок. Ну, где-то иногда на светофорах, на железнодорожных переездах встают. Да, безусловно, вот здесь вот есть такое вот плотное место, через которое проезжает железнодорожный поезд. Вот, но тем не менее, как бы это не особо ни на что влияет. Вот. Собственно говоря, что еще дальше имею хочу сказать. Соответственно, для Левобережного района строится полностью свое промзона. То есть здесь, да, помимо того, что здесь уже есть тканевое такое шитьевое производство, да, промзона, здесь, соответственно, строится большой такой хаб, называемый автобаза номер 3. Здесь находится, как правило, как обычно, типовой комплект из... асфальтобетонного завода, да, то есть здесь выгрузка гравия, выгрузка битума и выгрузка цемента, и все это у меня работает в комплексе, и просто замечательным образом сюда вообще снабжающие машины не заезжают на территорию самого здания, то есть у меня все по подключенным грузовым станциям работает. Вот здесь, соответственно, центральная грузовая станция строится, сейчас будут склады все, которые необходимы. И в целом-то все успешно. А здесь было решено, потому что уже достаточно далеко от все-таки того, да, ездить далеко, снабжать далеко. Было решено построить новое центральное топливохранилище. Оно, наверное, уже будет готово только в 80-м году. Я надеюсь, в 80-м его достроят. То есть это центральное топливохранилище, в котором будет храниться топливо, которое будет также снабжаться.
Здесь, соответственно, про это я рассказал. И большой самый проект, да, поскольку у меня проблемы с едой начались, у меня не хватает урожая, было решено построить тепличный комплекс «Комсомолец». Это вот такая вот огромная тепличная фабрика, у которой свои два элеватора по 22 800 тонн урожая, чтобы вы понимали. То есть у меня вот эти вот силосы строят с 77 года. То есть, чтобы вы понимали, наравне с этим были построены вот эти заводы. Это какой? Ну, 78-й, ладно. 78-го года вот это все строят. То есть, уже два года идет стройка, и они еще только достраивают эти силосы. Вот. А дальше еще нужно строить вот этот. Здесь 8 тысяч трудодней строить эту жесть. Вот. Здесь центральную проходную еще не построили. Вот. Здесь, соответственно, обслуживающая инфраструктура вся, да, то есть... АЗС большая на 8 машин, автобаза своя, вот, соответственно, технические службы, электричество подведено, вот, даже здесь еще, сразу я решил, а почему бы и нет, собственно говоря, построил здесь пищевой комбинат еще один, который будет производить из урожая еду, здесь сразу на склад, здесь АТП, все как по классике, они будут возить и снабжать у меня город, то есть у меня будет снабжение уже едой идти еще и отсюда. Вот, то есть это такая большая промзона получается, и там дальше вот магистраль будет идти. Почему, ребят, важный момент, почему я развиваюсь все-таки в ту сторону, стараюсь развиваться, а все достаточно просто и прозаично. Здесь находится, ребята, железо. Вот здесь вот в горах находится железо. Вероятно, будет впервые в моей жизни использованы канатные дорожки. Да, то есть я буду, насколько железо, как вы видите, в горах. Будет использованы канатные дорожки, я буду добывать руду, буду возить ее вниз, соответственно, здесь будет стоять, возможно, металлургический комбинат, ну, мы посмотрим, возможно, где-то вот здесь будет стоять металлургический комбинат, рядом с ним будет построен город, но это все, как бы, дальние планы, но суть в том, что туда будет идти вот эта вот центральная автомагистраль, ну, вы представляете, да, какой тут масштаб строительства, если вот, вот это туда, ну, это, блин, через... треть карты, да, получается, вот так вот, чух, здесь мост получается, и поскольку выгоднее через маленькие делать, да, то мост будет идти так, так, так и туда, вот, и то есть это огромное строительство, это огромное количество ресурсов, которые придется делать, придется тратить, вот, поэтому как бы, и вообще, чтобы начать там что-то строить, вот там, мне нужны вертолеты. То есть я не смогу это обычными автобазами, я туда просто не доеду. Ну, они туда не поймут это. Мне придется там вручную назначать, это очень сложно, долго. Поэтому сейчас у меня здесь работает полностью работает вся инфраструктура на производство, собственно, сначала еды, вот, потом строительных комбинатов, да, то есть у меня... свое производство кирпичей уже налажено и панелей. Давайте, кстати, вам покажу его. Оно находится вот здесь. Вот здесь вот у меня панельный завод, асфальтовый, Альметьевский завод бетонных изделий имени Ленина. Он находится вот здесь. Удобно достаточно он встал, то есть достаточно сложно было его сюда укомплектовать, учитывая, что это на берегу речки, рядом с мостом, тут уже все застроено, но я его все-таки постарался сюда впихнуть. Это было не так сложно, как другие заводы, но тем не менее, я его сюда впихнул, и здесь у меня стоит полностью, так сказать, оборудованный, удобный завод бетонных изделий, и, соответственно, вот к нему идет такая вот одна дорога сюда, и машины, соответственно, ездят на эту грузовую станцию и загружают оттуда панельки, когда им надо. Вот, а второе, что это было построено еще процнап, потому что не хватало уже просто машин. 22 тысячи, очень быстро съедают люди еду, урожай, просто не успевают развозить продукты и начинали болеть у меня, умирать из-за того, что просто не успевали привозить еду. Поэтому была построена вот специальная автобаза, укомплектована полностью КАМАЗами 54-ми. Везде. Вот. И она занимается исключительно развозом жратвы. Так, что еще я вам имею показать? Здесь был обнаружено, что люди не могут культурно отдохнуть. Ну, были проблемы у людей с этим. Вот поэтому я им решительно построил здесь бассейн «Чемпион» в 78-м году. Он был построен.
и основан. Дальше. Работа над лояльностью продолжилась. Я поставил плакаты. Они дают буст по 7% на данный момент у меня. Постеры стоят, сильно перекрывают друг друга. То есть много где стоят постеры, пропаганда. Люди у меня как бы понимают сущность советской власти. Дальше. Еще что был сказать. В 77 году как раз был построен ликероводочный завод и полное обеспечение, соответственно говоря, своей республики еще и алкоголем своим. То есть у меня полное производство еще и алкоголя своего, потому что здесь стоит ликероводочный завод, который успешно все это дело снабжает у меня. Так, что я вам еще могу здесь показать? Ну да, большие отдельные были проблемы с тем, как я впихивал сюда этот ОМВД, то есть этот милицейский участок. Вот это большими проблемами тоже было связано, то есть нужно было там переоборудовать... Я до сих пор, кстати, трансформатор не подключил. Нужно было переоборудовать заборы, сломать дороги, строить объездные дороги, перекидывать электронагрузку и так далее. То есть это все имело большие сложности. Вот. Ну и из последнего, ребят, из последнего, что я имею сказать. Вот, кстати, здесь уже не так совсем. Из последних моих планов, которые были, это обнаружился дефицит механических деталей. И я решил построить Альметьевский электромеханический завод. Вот, он будет находиться вот здесь, вот тоже частично на территории бывшей промзоны. Вот, ну, так, вписался я более-менее в железнодорожный путь. Вот, и здесь, соответственно, будет стоять электромеханический завод, люди будут с ним здесь работать. И, соответственно, здесь будут производиться механические детали. Ну, сталь пока что, естественно, будет на автозакупе, само собой. Вот. 22 тысячи народу, ребят, безработица всего 3%. Попробуй достигни, называется. Но это все равно маленький, большой показатель, я стремлюсь его уменьшить. Раньше, когда я играл, помните, да, в Вольскую ССР, 10% безработица, это была вообще классика у меня, да, то есть была просто классика полная. Вот, сейчас такого уже нет. Ну и последнее, о чем я хочу сказать. Да, еще вот как я здесь впихивал кирпичный завод, это еще одна отдельная история была сложная. Вот, но, соответственно, кирпичный завод тоже был построен, люди обеспечены рабочими местами, люди ходят на кирпичный завод, работают. Здесь пока что стоит боксит на автозакупе, да, я понимаю. А, не, его возят сюда, но все равно фактически покупают за границей. Вот, потому что боксит добывать тоже, как вы видите, ну, еще дальше, чем за железом ездить. То есть это вообще вон туда, на другой конец республики. Вот. Ну и из последнего это была построена центральная мазутная теплоцентраль. В дальнейшем планируется ее перевод полный на, так сказать, отопление всех городов. То есть у меня, видите, сейчас оформлено от вот этой вот еще, да, локальной такой мазутной котельной. Но планируется уже от большой провести, то есть трубы эти. Вот, а эту мазутную можно будет закрыть и на ее месте построить что-нибудь полезное. Но это возможно в будущем, если мне потребуется это место. Вот, пока оно не требуется. Вот, но так, имеется центральная мазутная теплоцентраль. Она успешно уже снабжает здесь новый левобережный район. В целом, все, что я хотел вам рассказать сегодня, я показал, рассказал. Было много интересного сделано. Видос выходит так быстро по той причине, что я просто-напросто ударными темпами играл в советы в последнее время. То есть я буквально эту пятилетку отыграл за 3 или 4 дня. Вот. Ну, вечерком, соответственно, конечно. Не круглыми сутками я сижу. Вот. И еще последний момент, который я хочу рассказать. Были полностью переформатированы, переоборудованы, переназваны и, так сказать, оформлены маршруты. Автобусные маршруты, вертолет, ну, вертолетный нет, то есть железнодорожный маршрут и маршруты автобусные. То есть они теперь имеют название, если это какие-то уникальные, да, маршруты, то есть там он едет в две станции. Если больше двух станций, то, соответственно, у меня уже идет название. То есть у меня первый маршрут, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, соответственно, там седьмой автобус, там шестой автобус и так далее. Вот. Ну и также есть три спецмаршрута. Это автобусы с зэками, которые возят зэков на предприятие.
Такие дела, ребят. Приморская Советско-Социалистическая Республика процветает и светло, быстро движется в светлое коммунистическое будущее. А на сегодня все. С вами был LG. Спасибо за просмотр и увидимся в новой серии. Пока.